Показатель смертности и травматизма на дорогах страны из года в год увеличивается. В 2012 году сотрудники дорожной полиции зафиксировали больше 20 тысяч ДТП с участием детей и подростков до 16 лет, что на 3% больше, чем в 2011 году. Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов констатировал, что прирост ДТП со смертельным исходом в Ивановской области составил 800%. В регионе на дорогах погибло 9 детей. За 5 месяцев текущего года произошло 4263 дорожно-транспортных происшествия. Погибли 138 несовершеннолетних. На территории области показатель смертности на данный момент равен нулю. По итогам 5 месяцев у нас травма получила порядка 60 детей. То есть по сравнению с прошлым годом снижение идет на 16% детей, получивших травму в ДТП.